Всем привет, друзья! Сегодня в новой подборочке из 5 вот таких вот классных товаров я вам расскажу про эти гаджеты. Они у нас предназначены для вашей ванны, а также вот такая метеостанция предназначена просто для дома. Товары очень классные, я их протестировал, и мне есть что вам рассказать. Я уже много товаров от фирмы Digo разыгрывал в своих роликах, но у меня товаров этой фирмы еще не было. И вот я решил заказать 5 классных товаров для вашей ванны от фирмы Digo, и сегодня вам про них расскажу. Все товары были заказаны на сайте Banggood, ссылочки я оставил в описании, если вам что-то понравится и приглянется, можете переходить, смело заказывать. Товары годные, я их уже как бы наперед рекомендую, все круто, мне все понравилось. И давайте перейдем непосредственно к обзору. И первым товаром у нас будет вот такой вот стерилизатор для ваших зубных щеток, вашу ванную. Чтобы поддерживать в здоровом состоянии зубы и десна, важно не только следить за чистотой полости рта, но и проводить тщательную дезинфекцию зубных щеток. Наилучшим средством для достижения данной цели является вот такой ультрафиолетовый звуковой стерилизатор щеток. Это не только полезный девайс для дезинфекции вашей ванной, а еще и удобный органайзер для 5 щеток и зубной пасты. Дезинфектор для зубных щеток оснащен специальной ультрафиолетовой лампой. Ее свечение уничтожает болезнетворные микроорганизмы, которые накапливаются на волосках вашей щетки после каждой чистки зубов. Универсальные фиксаторы стерилизатора хорошо подходят для надежного крепления всех моделей зубных щеток, в том числе электрических. Обеззараживание приборов ультрафиолетовыми лучами – проверенная и широко распространенная техника дезинфекции в стоматологиях и хирургических отделениях всего мира. Процесс абсолютно безопасен для окружающей среды и здоровья человека. Стерилизатор выполнен из антибактериального биокерамического материала. Прямое свечение ультрафиолета вредно для роговицы глаз, поэтому дезинфектор оборудован специальной защитной крышкой. Дезинфектор для зубной щетки работает от встроенного аккумулятора, что очень удобно для последующих подзарядок. Дополнительные батарейки и прочие источники альтернативного электропитания устройству не нужны. Работа прибора осуществляется нажатием на кнопку, и после этого будет дезинфицировать щетки несколько минут. После этого выключается. При поднятии крышки гаджет автоматически выключается при работе дезинфектора. А еще он удобно крепится куда захотите с помощью липкой ленты или же шурупов. В комплекте все прилагается, но я все же советую крепить на шурупы для надежности. LED-подсветка с датчиком движения для унитаза. Не скажу, что прям очень нужная вещь в вашем туалете, но по факту гаджет прикольный и иногда может реально пригодиться. Ночью, например, когда вы не хотите включать свет, чтобы не слепить глаза. Когда вы подойдете к своему трону, то датчик движения сработает и очень хорошо осветит вам место. Причем лампочка очень хорошо светит и вам будет реально видна комната. А переменный свет разноцветной лампочки добавит некого уюта. Светодиод погаснет спустя примерно минуту после того, как вы отойдете. Таким образом, ночное посещение туалета больше не будет раздражающим для глаз, уже привыкших к темноте. Питание происходит от трех батареек типа 3А, мини-пальчиковые. Конструкция содержит светодиод, который направлен внутрь унитаза, а также датчик движения, направленный вовне. Датчик срабатывает при приближении к нему какого-либо объекта, но только при отсутствии света. Если свет горит, датчик не срабатывает, а светодиод не загорается. Вы можете выбрать любой из 8 цветов, которым будет светить LED-подсветка. А если вы нажмете на кнопку возле датчика движения, то начнется мигание. Нажмите на нее еще раз, и мигание прекратится на выбранном вами цвете. LED-подсветка недорогая и прикольная, так что берите себе на заметку. Далее у нас портативный ирригатор полости рта, одна из самых лучших и классных покупок в этом видео. Он обеспечит вам полноценный уход за зубами и полостью рта. Это относительно новое изобретение, набирает популярность у людей, следящих за своим здоровьем, и применяется наряду с зубной нитью и щеткой. С помощью прибора вы намного быстрее и эффективнее избавитесь от остатков пищи между зубами, чтобы предупредить болезни десен и зубов. Благодаря качественным комплектующим устройство обеспечивает мощный напор воды, позволяющий справляться с зубным налетом даже в самых труднодоступных местах. Действие ирригатора эффективнее зубной щетки и нити. Кроме того, гаджет окажет гидромассажное действие деснам и увеличит срок службы пломб, коронок и брекетов. При этом вы сможете наслаждаться всеми преимуществами ирригатора где угодно, так как он полностью портативный и работает от встроенного аккумулятора. А еще в комплекте идет мешочек для переноски, две профессиональных насадки и кабель для зарядки. Ирригатор имеет три режима работы. Это обычный режим, давление воды составляет 60-100 PSI в стандартном режиме.
пульсирующий режим, давление воды составляет 30-60 PSI, и мягкий режим, давление воды 30-60 PSI в мягком режиме. Преимущество прибора в том, что он имеет две насадки, вращающихся на 360 градусов, что обеспечивает полноценный уход за деснами и качественное ощущение зубов от налета, сильное давление струи воды, которое позволяет уничтожать мелкие частицы пищи, три варианта работы прибора, которые обеспечивают не только чистку зубов, но и массаж десен. Водонепроницаемость, что позволяет пользоваться ирригатором в ванной или в душе. Мощная батарея, которая обеспечивает работу прибора на протяжении 10 дней без подзарядки. Компактный размер и небольшой вес. Это дает возможность взять прибор с собой в дорогу, так как он не занимает много места. Штука очень классная и полезная. Рекомендую всем к приобретению, независимо от возраста и зубов. Чистит реально годно. Мне понравилось. Электрическая портативная зубная щетка с вот такой вот док-станцией. Еще одно классное и полезное устройство. У меня на обзоре уже была зубная щетка, но то была одна из самых дешевых электрических щеток на рынке. Но это совсем другая вещь. Начиная от качества материала, портативности и количества функций. В комплект входит футляр, что позволяет удобно брать с собой щетку в дорогу. В футляре помещается щетка и две насадки, но без колпачков. Все легко закрепляется в посадочных местах и при переворачивании не вываливается. В характеристиках щетки заявлены звуковой диапазон работы 31 тысяча колебаний в минуту, водозащита, автотаймер, индикация режимов работы. Выпускается щетка в двух цветовых вариантах, у меня белый вариант. Внутри коробки зубной щеткой есть сама зубная щетка, две насадки, подставка, зарядное устройство, футляр для переноски и две инструкции на английском языке. Все упаковано в целлофановые приятные на ощупь пакетики. Дизайн щетки похож на щетку от Xiaomi. Выполнена из приятного на ощупь soft-touch пластика. Удобно лежит в руке, не скользкая. Выполнена в водозащищенном исполнении. Кнопка выбора режима работы мягко нажимается, люфтов нет. При повторном включении включает режим, на котором была включена ранее. Зарядное устройство, то есть подставка, выполнено, как и щетка, в водозащищенном исполнении по бесконтактной технологии зарядки. На конце провода разъем USB. Адаптера в комплекте нет. Длина провода 1 метр, и он от подставки не отсоединяется. Но я в этом проблемы особо не вижу, заряда хватает надолго, так что часто вы ее заряжать точно не будете. Еще, кстати, ее удобно хранить в стерилизаторе, который я показал ранее. При постановке на зарядку индикатор щетки мигает красным цветом, по окончании горит зеленым. Первая зарядка продолжалась 1 час. Производителем заявлено время работы от одной зарядки 30 дней. Щетка имеет 5 режимов работы. Clean – это максимальный режим работы вибрации щетки. Sensitive – средний режим работы вибрации щетки. Message – минимальный режим работы вибрации щетки. White – это максимальный режим работы вибрации щетки с пульсацией. И Polis – плавно меняющийся от минимального до максимального режима работы вибрации щетки. Также она оснащена автотаймером на 2 минуты и паузой каждые 30 секунд на 1 секунду для перехода к чистке одной половины челюсти к другой. Если сравнивать электрическую щетку с обычной, то разница, конечно, чувствуется. И эффективность работы щетки лучше, чем у обычной. Это универсальная штука, и каждый выберет режим работы под себя. При том, что сделана щетка качественно и видно, что вещь достойная. Насадки можно приобрести отдельно, и стоят они недорого. И последним гаджетом на сегодня в нашей подборке будет вот такая метеостанция для дома, которая показывает температуру, время, будильник и вообще в ней куча разных функций. Если вы живете в городе, то узнать температуру за окном легко. Достаточно вбить соответствующий запрос в строку поиска Яндекса. Но что делать тем, кто поселился в пригородном поселке? Для небольших населенных пунктов интернет в этом вопросе не помощник. В такой ситуации можно купить классический термометр и вывесить его за окно. Однако в 21 веке есть решение элегантнее, имя ему метеостанция. Уже на этапе распаковки товара я оценил дизайн и лаконичность гаджета. Вместе ожидаемой пластиковой накладки под дерево на лицевой части станции приятная на ощупь рамка из натурального бамбука. С обратной стороны простой белый пластик, но благодаря ему прибор очень легкий, всего 600 грамм. В коробке у нас есть станция, внешний датчик погоды, который устанавливается на улице и передает данные на станцию, инструкция и адаптер для работы от USB.
Кстати, в наборе нет батареек. Чтобы укомплектовать станцию, потребуется 4 батарейки. 2 батарейки 2А для самой станции и 2 батарейки 3А для наружного датчика. Если же подключать станцию от провода, то она будет светиться немножко ярче. Ну или это у меня батарейки немного севшие были. С креплением внешнего датчика я не стал париться и присобачил его на стекло с помощью обычного скотча, хотя можно было бы и на саморез. Зато быстро, дешево и сердито. Чтобы собрать данные для прогноза, внешнему датчику потребуется время, так что имейте в виду. Что же касается инструкции, то она на английском языке, и настроить станцию у меня получилось не сразу, но поигравшись пару минут, у меня все получилось. Ничего особо сложного в настройке нет. Домашняя метеостанция показывает различные погодные данные, температуру воздуха, давление, влажность. И на основе этой информации прогнозирует погоду на следующие 24 часа. Точность прогноза погоды 75%. На станции, кроме температуры и влажности, есть показания давления воздуха и, внимание, фазы Луны. На основе данных с внешнего датчика создается прогноз погоды. Это та самая красивая картинка в центре экрана. У прогноза 7 вариантов. Солнечно, легкая облачность, облачно, дождь, сильный дождь, легкий снегопад и сильный снегопад. Кроме основных погодных функций, станция позволяет настроить дату, время, день недели и установить будильник, что мы и сделали. Яркость экрана регулируется в трех положениях. Надеюсь, был сегодня для вас полезным. Данные гаджеты были куплены мною на сайте Banggood. Компания, которая сделала эти вот все девайсы для ванной и метеостанцию для дома. Это компания Digo. Товары нормальные, то есть сделаны хорошо, из хороших материалов. Я не скажу, что это китайщина. Вот, на ощупь товары, как будто, я не знаю. Ну, то есть, хорошего реально. Можете смело покупать, ссылки все будут в описании. Вот, и ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился ролик, если вам понравился такой формат. И дальше будет еще много интересного. Также нажимайте на колокольчик, потому что скоро будут проходить стримы, где я буду разыгрывать подарки. Так что не пропустите, если хотите выиграть что-то. А если нет, просто ставьте лайк. Спасибо вам за просмотр данного ролика и всем пока!